Если вы любите крепко поспать, либо отдохнуть после обеда, в таком случае вам к нам. Сегодня мы узнаем в нашей рубрике значение слова «сиеста». Что же такое? Давайте разберемся. Поехали! Вас зовут как? Ольга. Вы к нам приехали из? Молдавии. Чем славится Молдавия вообще? Вином, мамалыгой. Так. Молдаванами. Молдаванами, гостеприимством, ага. Теплом. Строителями? Ну да, строителями. Хорошими, кстати, очень. Да. Говорят. Добрый день, девчонки, здравствуйте. Здравствуйте, мы гуляем, пожалуйста. Да я вижу, как вы спешите. Вы можете опоздать, если будете так торопиться. Зовут меня Богдан, снимаю я рубрику о словах, называется «На слово дня». И сегодня интересуюсь значением слова «сиеста». Как вы думаете, что это такое? Знакомое вот такое вот на слух. А вот что это сиеста? Вы меня врасплох застали, честно говоря. Собственно, так всех застаю врасплох. Да. Да, не вы первый, не вы последний. Фиеста, да. Сиеста. Что фиеста, да? Ну, фиеста, это тоже фиеста. А что фиеста? Тоже сиеста. То же самое, что и сиеста. Да. Что-нибудь из новых технологий. Праздник, по-моему, где-то есть такой. Что-то испанское. Так, да, с вами не поспоришь. Железная логика. Удачи. Сиеста – это удача? Наверное, да. Да, удача. Побольше сиеста. И еще один такой момент. Я тебе сейчас загадаю загадку. Тебе нужно будет ее разгадать. Загадка очень простая, детская. Не лает, не кусает, а к будке привязана. Ну, собака отпадает сразу, да? Какая-нибудь провинившаяся женщина, может быть? Возможно. Возможно, да? Гаишник, но он с поста не может идти. Хорошая собака. Хорошая собака, без зубов, да? Глухонемая, да, да. Старая, в общем, одним словом. Да. С подвохом, да? Да, вопрос с подвохом. Ну, это загадка, в общем. Ну, я понял. Я знаю только, не лает, не кусает, дом не пускает, это замок. А вот этого не знаю. Будки привязаны. Дети их щелкают вот так, на раз-два, как орешки. Как белочки, они белочки, а загадки для них орешки. Вот они вот так щелкают. Нет, не знаю. Собака вообще-то, ну... Не лает, не кусает, а к будке привязана. Собака, да? А, нет. Это мертвая собака. Собака, у которой сиеста. Вот это хороший ответ. Вот это хороший ответ. Спасибо большое. Вы попали в рубрику «Слово дня». Я вас с этим поздравляю. Я рад. Где же ваши эмоции? Ура! Рубрика о словах. Мы спрашиваем значение различных малоупотребляемых слов и пытаемся вот разобраться, что это такое. Сегодня интересуемся словом «сиеста». Как вы думаете, что это? Это когда греки, итальянцы и испанцы отдыхают. Отдыхают. Полдня. Ну, насколько я знаю, это обед, послеобеденный отдых. Откуда ты знаешь? Ну, я человек с высшим образованием. Ты жила в Испании? Нет, просто... Просто опыта много, скажи. Да, опыт. Взрослая я уже. Конечно. Сиеста – это полдень в Испании, когда люди не выходят на улицу, потому что очень жарко. Спасибо тебе большое. Леха, сними, это невозможно.